дежурную часть Галицинского отдела полиции обратился 32-летний житель Орловской области, который сообщил о том, что неизвестный нанес ему телесные повреждения и похитил мобильный телефон в лесу возле поселка Большие Веземы. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 45-летний уроженец Приморского края. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.